Здравствуйте, в эфире программа «Обратная связь». Меня зовут Анна Янович. Начинаем сегодняшний выпуск с материала, подготовленного с участием представителей Пинского автобусного парка. В городской исполнительный комитет поступило более 200 обращений от жителей индивидуальной жилой застройки Крайновичи и Веросы, связанных с неудобствами из-за изменения в городской маршрутной сети. Количество рейсов по маршрутам номер 2 и 12, связывающим эти микрорайоны с центром города, значительно сократили, и горожане вынуждены были ездить с пересадками в битком заполненных автобусах. Такие отдаленные районы Пинска, как Веросы, Крайновичи, Черниевичи, на сегодня уже густонаселенные и разрастаются все больше. Большой поток людей ежедневно по утрам едет на работу, в школы, детские сады. Настоящим спасением для горожан, проживающих здесь, на окраине города, в свое время стали автобусы номер 2 и 12, которые связали эту часть Пинска с его центром. По старому расписанию автобусы ходили достаточно часто, маршрут длинный, но вполне удобный. Без пересадок можно было добраться до детской и взрослой поликлиник, некоторых школ, других социальных учреждений. Однако в январе в порядок обслуживания городской маршрутной сети были внесены масштабные изменения. Автобусный парк начал транспортное обслуживание района Красичин и улицы Савича, организовал беспересадочную связь с районом многоэтажной застройки Загорский с авто- и железнодорожным вокзалами, увеличил количество других выполняемых рейсов и вместе с тем уменьшил количество рейсов на маршрутах номер 2 и 12. В качестве альтернативы населению районов индивидуальной жилой застройки Веросы и Крайновичи было предложено добираться в центр города с пересадками. Сначала доезжать до Камня, затем пересаживаться на другой автобус. Вместе с этим неудобством в два раза увеличилась и стоимость проезда. В связи с этим жители начинают писать обоснованные жалобы и обращения в горисполком с просьбой вернуть такие необходимые рейсы номер 2 и 12. Конечно, плохо. Нету автобусов, конечно, плохо. Лучше было бы, если были бы вот еще эти маршруты. Ну да, не хватает этой вот 12-ки, да, которая была полвосьмого. Самый такой вот. Как-то идут сюда автобусы много-много, а когда надо, вот сюда. И сидишь, пустишь час, ждешь где-то автобуса, чтобы... Ну просто идут все, да, автобусы в одно время. Да, и просто, в одно, да, время идут автобусы. Пускай бы хотя бы через минут 20 где-то, чи как, а то девятка, восьмерка, и все. 14-ка, все, в одно время не успел, все, жди час. Плохо, конечно. Надо еще сюда какие-то автобусы или какое-то время посмотреть время. У меня старшая дочь в школу ездит, тут тоже было удобно и на двойке вот добираться, как бы, и в поликлинику вот нам ездить, если тоже двойка, как бы, напрямую идет, а с пересадками, да, особенно вот если зимой, плохая погода, детям, как бы, холодно ездить с пересадками. Ну и как бы дорого. Что один раз заплатил, что два раза. Ну, люди жалуются, потому что вот в район Веросы туда ездить, и очень, ну, редко ходят автобусы. Как бы добираться людям стало тяжело, и на работу ездить с утра. Вот двойка, двенадцатка, как-то возмущений много. Можно себе представить, насколько сложно, к примеру, маме с двумя детьми, одному из которых 3 года, другому 3 месяца, добираться каждый день с пересадками. Здесь на Камне пересаживаться на другой автобус, везти детей в поликлинику или в детский сад. И так каждый день, в любую погоду. За разъяснениями мы обратились в автобусный парк нашего города, где ситуацию прокомментировал начальник отдела маркетинга Александр Валентей. Необходимо было произвести обслуживание микрорайона Радужной, улицы Савича, и предусмотрено было уход от маршрутов 2-12, которые большой протяженности, но были введены маршруты, которые повторяют части схем движения маршрута 2-12, то есть от диспетчерского пункта железнодорожный вокзал до микрорайона Радужной маршрут номер 32, и уже от микрорайона Радужной до жилгородок маршрута 34-43. То есть, грубо говоря, было предусмотрено обслуживание улицы Савича, микрорайона Радужного, вот этими маршрутами дополнительно, не уменьшая транспортную работу в жилгородке. Обслуживать новые районы тоже, конечно, необходимо. Но ведь они не настолько густонаселены, как Крайновичи и Веросы. Об этом говорят и полупустые автобусы на новых маршрутах. Зачем тогда необходимо было отменять привычный и такой востребованный маршрут, которым пользовалось большое количество людей? По многочисленным обращениям жителей, с 20 февраля часть рейсов на маршрутах 2 и 12 все же добавили. Последнее отправление по рабочим дням недели в 17:30 от диспетчерского пункта железнодорожный вокзал. По выходным дням недели также
возобновлено обслуживание маршрутов 2.12. Тем не менее, вернули только часть рейсов. В любом случае, к сожалению, жителей автобусы 2 и 12 уже не будут ходить так часто, как раньше. Как отметили в автопарке, возобновление этих маршрутов повлекло за собой и уменьшение количества автобусов номер 32, 34, 43. Это связано с недостаточным количеством в автобусном парке транспортных средств. Прежде чем перейти к другим темам нашей программы, напоминаю вам телефон редакции 31 63 20, мобильный 195 20 30. Вы можете позвонить нам и задать свой вопрос, а мы постараемся вместе найти на него ответ. Благоустройство улиц – регулярно возникающая проблема в Пинске, особенно касающаяся тех участков города, где имеются новостройки. Один из таких – частный сектор вблизи деревни Красичин. Именно здесь расположена улица Альтеновская, проезжая часть на которой стала камнем преткновения. Этот камень местные жители очень хотят сделать настоящим, чтобы посыпать им непроходимый участок улицы. Это сейчас дорога на Альтеновской выглядит более-менее сухой. Гораздо хуже становится здесь после дождей. Тогда земля под ногами превращается в настоящее болото, заложниками которого и приходится быть жителям этой улицы. Страдают все. И молодые мамы с детьми. К слову, на Альтеновской проживают три многодетные семьи и автомобилисты. Проехать просто нереально. То есть ты только подъезжаешь, машина твоя проваливается. Поэтому не добраться, не подвести какой-то материал, потому что тут планируем переезжать, но доехать, довести ничего не получается. Порой, говорит Андрей Луцевич, сразу тремя авто вытаскивают засевшую здесь машину. В том, что в грязевую западню попасть, достаточно просто. Мы увидели на примере. Уже через минуту машина, заехавшая на улицу Альтеновская, застряла. Причем на еще не сильно размокшей дороге. С проблемой жители улицы, конечно же, борются. В первую очередь, рассказывает молодая мама Юлия Вечерка, еще в 2015 году они обратились к властям. Ожидали, что, как это и должно быть, участок их дороги длиной всего лишь 300 метров будет засыпан отсевом или щебенкой. К слову, так сделано на близлежащих улицах. В чем жители Альтеновской узрели даже некую несправедливость. Однако на свое обращение получили отписку. Работы по благоустройству улицы Альтеновской будут рассмотрены при формировании плана графика финансирования на 2016 год. Хотя, когда в прошлом году, в 2015 году, я ходил тоже обращаться в одно окно в горисполком по поводу дороги, мне объяснили так, что вроде наша улица как бы по документам уже и готова. Где готово, как бы сами видите, результат налицо, что не пройти, не проехать. Мы не требуем асфальт, мы просто просим временно что-то сделать для какого-то доступа детям идти в школу до остановки и выехать, я говорю, реально просто на коляске здесь с детками маленькими, просто посадить возле дома и выехать тоже куда-то в магазин, либо до автобуса тоже сесть с ним, потому что машину мы уже не берем, машина стоит во дворе постоянно, не хочется каждый раз просить кого-то, чтобы тягали туда-сюда. Подсыпки непроходимой улицы Юлия Вечерка и ее соседи просили и в 2016 году. Увы, и в этот раз получили нерадующий ответ. В нем значится, что в этой части города начаты работы по благоустройству, но других переулков. И если только будет выделено дополнительное финансирование, жители Альтеновской смогут увидеть дорогу на своей улице сухой. Мы поняли, что денег нету ни в 2015 году, ни в 2016. Как обминули эту улицу стороной, мы непонятно. Юлия со своими соседями собираются и дальше обращаться в вышестоящие инстанции с просьбой завершить благоустройство на Альтеновской. Но при этом и сами не станут сидеть сложа руки в решении проблемы. Раз у государства нет средств, попытаются за свои деньги засыпать злополучную дорогу хотя бы строительным мусором. Дешево, сердито, но придется. Если у вас есть обращение, заявление, либо интересные темы для нашей телепередачи «Обратная связь», обращайтесь в нашу редакцию по телефонам, указанным на экране. Звоните, спрашивайте, и вы услышите ответы на свои вопросы.